вечер. Сегодня вечер особенно интересный, поскольку закончился наш курс обучения. Наш дорогой уже наш любимый преподаватель Олег Гудвин провел с нами незабываемых 8 дней, и даже сегодня был 9-й дополнительный день. Все эти 8 дней прошли на едином дыхании. Мало того, что мы активно занимались изучением всех вопросов по программе, надо сказать, что подход был достаточно классическим к обучению. Мы проходили и вопросы опроса наших клиентов, и вопросы диагностики. После этого строилась программа лечения, мы включали уже логику, чтобы не делать там каких-то движений неупорядоченных. Вот, в общем-то, на основании выявленных изменений мы проводили коррекцию, приемов было много, я пока еще не посчитал, но было несколько сотен. Однако хватило этих дней для того, чтобы каждое, в общем-то, движение проработать. Мало того, что мы их прорабатывали, каждое движение, был еще обильный видеоматериал, что дает большой плюс, поскольку, тем не менее, забывается без практики, поэтому всегда можно будет посмотреть это видео. Олег молодец, он щедро делился, ничего не утаивал. Кроме того, надо отметить, что и обстановка была, может быть, и неформальная, однако это не мешало довольно профессиональному подходу к обучению. Нужно сказать, что Олег хорошо ориентируется в анатомии. Мы вспомнили все те мышцы и даже, я бы сказал, медицинские синдромы. Каждый может столкнуться со словами, которые, может быть, кому-то бывают непонятны поначалу, что такое спондилез, спондилолистоз, синдром там запирательного отверстия, синдром лестничных мышц и так далее. Этого довольно много. Все это становится на место. Все необходимые мышцы знаем, и места их прикреплений, и воздействия на эти мышцы, как снимать эти блоки. И такой розочкой, наверное, в конце курса было приглашение следующего преподавателя Владимира Борисовича, который провел также в течение целого дня с нами курс по Альхиджаме. Методика была для меня новая, но тем не менее, несмотря на то, что методику я, в общем-то, узнал впервые сегодня, о ней довольно было подробно все разъяснено, прошли все необходимые этапы, прошли практику, каждый отработал движение. Может быть, большую сложность могли вызывать правильно сделанные надрезы, чтобы они не были слишком поверхностными или слишком глубокими. Надо сказать, что всей группе удалось отработать эту технику достаточно хорошо. А Владимир Борисович, помимо того, что дал нам полностью все необходимые знания по этому методу, он еще дал очень обильную информацию, по-моему, по всем областям медицины. Довольно интересный человек, многогранный, много знает. И поэтому было также приятно слушать еще и в перерывах за чаепитием. Спасибо большое. Покажите преподавателя еще. Собственно говоря, если у кого-то есть сомнения, приходите ли в школу Альфа-Топ, коллегу Гудвину. По-моему, тут сомнений не должно быть. Приходите, обучайтесь. Всем все понравится.